Вас приветствует команда «Изюминки плова». И сейчас мы вам расскажем про наш родной Узбекистан. Узбекский плов известен во всем мире. В Узбекистане есть 130 сортов плова. И в каждой области Узбекистана свой уникальный рецепт плова. Ташкент – это единственный город в центральной Азии, где так много фонтанов. Ташкентская телебашня – самая высокая башня в Центральной Азии. А по высоте в мире она занимает 11 место. Ташкент занимают парки, зеленые зоны и скверы. На территории страны расположено более 2000 мечетей. Мечеть Минор является одним из основных центров мусульманской жизни. Экономика Узбекистана входит в топ-26 быстро развивающихся стран мира. Католическая церковь в Узбекистане была начата в 1912 году по инициативе Иустиана Бонавентуры. За весь период, пока храм был использован не по назначению, все скульптуры в нем были разворованы или разрушены. Чурсу – древнейший базар Узбекистана. Именно здесь проходил великий шелковый путь. В военное время семья Шамахмудовых из Узбекистана совершила бескорыстный подвиг, взяла на воспитание и усыновила 15 детей. В 1976 году храм был отреставрирован и был объявлен архитектурно-историческим памятником Узбекистана. В настоящее время воскресные мессы ведутся на четырех языках – английский, русский, корейский и польский. Ташкентские храмы были возведены в 1947 году, а в 2009 году была возведена их точная копия. В Узбекистане растут самые вкусные дыни. Узбекистанские дыни имеют неповторимый вкус и аромат. А самое лучшее время посещения Узбекистана – это август и сентябрь. Ждем вас в гости! Спасибо! Пока!